дарит любовь, милосердие, заботу, кто поймет и утешит, даст добрый совет, кто потешит в учебе, поможет в работе, оградит от ненужных волнений бед. Это тот, кто по жизни всегда с тобой рядом, самый близкий, родной для тебя человек. Ты его называешь с рождения папой, никогда не был он безразличным к тебе. Ты цени эту милость в том сердцу отрада, если так поступает отец твой земной, то подумай, какие несметные блага нам дарует безусловно, нежна, безгранична